Департамент экологии области сообщил, что 13 апреля около 2 часов ночи по городу распространился едкий запах гари. Свидетели говорят, что они шли, как в тумане, на них надвигался белый дымок. Эксперты предполагают, что гарь двигалась со стороны моря. По данным Казгидромета, в то же время на 2 станциях было выявлено превышение содержания сероводорода в воздухе. Лаборатория Департамента экологии области взяла пробы атмосферного воздуха. На данный момент ведутся работы по установлению источника запаха. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в настоящее время проводят оперативно организованную работу. Из достоверных источников известно, что в соседних государствах происходят пожары. В России, Дагестане, Волгоградской, Краснодарской, Астраханской областях. Есть предположение, что это может быть причиной инцидента.